Президент Азербайджана поздравил еврейскую общину страны с праздником Рош-Хашана, который символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Еврейская община, проживающая в Азербайджане, где царит атмосфера взаимоуважения и доверия между разными народами и религиями, и считающая его своей родиной, вот уже сотни лет проживает в условиях мира и спокойствия и сохранила своеобразные традиции, обычаи, язык и культуру, никогда в истории не сталкивалась с антисемитизмом и дискриминацией, написал глава государства. Пусть этот светлый праздник принесет счастье вашим семьям и достаток вашим домам, отметил президент Азербайджана. От имени еврейского народа президент Азербайджана Ильхам Алиева за его внимание и поздравления поблагодарил специалист по международному праву и международной политике Михаил Фенкель. В это воскресенье начнется еврейский Новый год Рош-Хашана, библейский праздник, о котором Бог сказал еще пророку Моисею. Евреи по всему миру и весь Израиль празднуют этот день, желая друг другу сладкого года и всего самого-самого доброго. В это время президент Азербайджана господин Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана и поздравил весь еврейский народ с этим великим праздником. Азербайджан – это та страна, в которой никогда не было антисемитизма и никогда не было ни одного еврейского погрома. Мы объявляем благодарность Азербайджану за все то добро, которое он нам сделал, и поздравляем всех наших братьев с Новым годом!